У Гомельской области третьи сутки действует специальный план «Туман». Инспекторы ДАИ звертают увагу. При обмежованной бачности хуткость автомобиля повинна быть такой, как дозволить водителю своечасово спынить рух. Рекомендуется устрематься от обгонов, буксировки и резких маневров. У дневный час эффективно далекое светло. Машина с заключенными фарами прикметная на дистанции у 200 метров. По даденных ДАИ за минулые сутки на территории Гомельской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных здарений, у яких 3 человеки отримали травмы.